вот ворота Адриана. Мы опять сюда пришли, потому что сейчас освещение лучше. Очень красиво, башня освещена. Тут тоже, оказывается, собачки лежат. Собачка, будь ему сказать. Собачко, собачко, посмотри на меня. Смотри. У меня один глаз такой, другой такой. Разные глаза. Ну что ты, собачки? Мы приехали в археологический музей, и здесь мне понравилось в первой же комнате. Интересная такая экспозиция. Что можно посмотреть в Анталии? Вот здесь вот кузнец делает какие-то изделия из металла. Здесь тоже кузнец. Там подковывает лошадь. А здесь гончары делают гончарные изделия. Кувшины и так далее. Фотографии можно сделать. Можно посидеть в чайхане в такой. Вот можно музыку послушать. Можно посмотреть такой вот амфитеатр. Ну, башни вот эти, да, это уже здесь прямо в городе. В общем, все, что можно посмотреть в Анталии. Вот греческие руины. Такие вот, такие. Это все можно посмотреть в Анталии или недалеко от города. Такие вот пещеры даже можно посмотреть. Катер, наверное, да? Да. Нам тоже можно будет съездить. Мы ищем камбалу. Вчера мы съели камбалу, одну маленькую, а сегодня мы хотим две больших съесть камбалы. И мы их ищем. Дерево такое старинное. Дерево старинное, да. Сколько народу, все кушают. И мы тоже уже проголодались после музея, уже 2 часа дня. После музея хочется поесть. Вот в этом ресторане мы вчера ели, а вот и рыба. Как дела, брат? Привет. Привет. Рыба. Хотим рыбу. Так, рыба? Барабулька. Это красная барабулька. Барабулька? Да. Это морской окунь. Ага. Так, дорада. Так, дорада? Да. Лангусты. Ага, лангусты. Да. Лангусты. Здравствуйте. Да. Это красный дорада, большой дорада. А камбалы нету? Да. Камбалы, это креветки есть. Камбалы нету. Ну давай. А вот это барабулька. Барабулька, да, красный. Наша барабулька пожарилась. Сейчас мы будем это все есть. Уже вроде наелись. Мы наелись уже закуской, салатом и хлебом. Хлеб вкусный был очень. Кошки хоть хотят, ходят попрошайничают. Головку выпросила от рыбки. А вот еще один попрошайка тут сидит. Хвостики не хочет есть, хочет голову от рыбки есть. И вот мы пошли обратно домой.
Нет, не домой, мы сейчас пойдем в музей этнографический. И вот вдоль таких красивых улиц мы идем. Денежку дай. Денежку дай, он собирает. Графическом музее Виталина Слава Помещения. Спасибо, лампа. Такие инструменты писали каллиграфические свитки, картины, книги. Так вот все написано этими инструментами. Красиво. Книги клались вот на такие подставки, чтобы удобно было читать. Кушак — это обозначает пояс по-турецки. Кушаком подвязался. Так же, как и аршин. У них то же самое слово, что и у русских. Вот такой вот аршин. Да, да, вот них... такая мера длины аршин. Да, разведенные да. руки. Да, разведенные. А кушак — это пояс. А это все устаревшие русские слова. Да. В том числе. Оказывается, мы от татар их получили. Вот как. Эти слова. Хорошо. Вот такие пушки я везде видела. Они все одинаковые. Ядра каменные, кстати. Но вот такую пушку я ни разу не видела. Странная очень пушка. Да, очень странная. Вадик, я тебя снимаю. Древние стены. О, этот дом вообще уже разваливается. Сколько же ему лет? Когда-то красивый дом был. Да, когда-то это был красивый дом. Вот здесь вот магазин сладостей. Вот здесь такие турецкие сладости. Мы их купим. Мы их купим и... Давай, смотри, вот заходно, по-моему, очень вкусно, это без сахара. Мы знаем, у нас уже две коробки есть, но мы перед отъездом купим еще.
Антикварные вещички. Арифмометр. Да. Мне нравится вот эта каменно-кирпичная кладка. Очень интересная такая. Мы идем. Идем по старому городу. Вот этот фонтанчик вчера мы, когда заблудились здесь, в старом городе, мы мимо него два раза проходили. Интересно, чего тут сделано? Из металла, что ли? Симпатичный фонтанчик. Мы пошли в ботанический сад города Анталья. Тут пальмы, тут все зелено и цветет. Новый лист. Дай понюхать. Да, пахнет лаврушкой. А ты мне лист-то сорви. Да тут все оборвали уже, вон. Русские подходят. Русские? Конечно. Ой, как он пахнет обалденно. Ну вот, видно, лавровые листья. Естественно, форма лавровых листьев. А здесь про него. Про него. А вот это дерево называется кипарис. Кипарис, 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 кипарис. Сейчас мы почитаем, что... Средиземноморский кипарис. Вот идем. Пальмы, небо. Пальмы, пальмы, небо, небо. Анталия, Анталия. Вот еще какое-то дерево начинает цвести, но не написано, что это за дерево. Интересно, что у него желтые листья прошлогодние. Все еще не опали. А вот цвести начинает. Ну, восточная. Там у дерева надо подойти, там тоже написание есть. Так это Редбан. А вот давай прочитаем, как он называется. А это кому памятник? Памятник кому? Пехоту. А я так и подумала, но подумала, вдруг нет. Ну, мне кажется, это однозначно. Здесь нету надписи, но... Да, похоже, что это Дон Кихоту памятник. Я вот увидел здесь Дон Кихоту. И вот здесь, конечно. А, так это сирень? Иудейское дерево. Сирень, по-моему, да? Да какое? Это же редбад. Нет. Ну и листики редбадовские. Ну что ты мне говоришь? А, да, это редбад. Это листики редбадовские. Judas Tree. А где они произошли-то? Так.
Ох, какой же свитер. Море, горы вдали. Ой, шикарные. Обратите внимание. Вот это вот люди. Обратите внимание. Сейчас я сниму. Слушай, я сниму пейзаж. Шикарный пейзаж с горами. Небо красивое. Да, пейзаж шикарный. Bir aşk içinde yandım çok sana. Söyle, koca bir hayat nasıl geçecek? Senle geçen her ömür sana benzer. Şimdi söyle bu hayat nasıl geçecek? Sensin geçen her ömür sana benzer. Красиво солнце как отражается. Давайте снимем. Thank you.
Вот туда к морю спускается вот эта дорожка, по которой мы не пошли. Можно спуститься. Высоко очень. Нет, спускаться это ничего, подниматься пока. Зато согреешься. Пещеры глубже были. Подземный город. Сейчас мы идем по набережной, и здесь такой древнеримский мавзолей называется. Вот он мавзолей, и там мы будем снимать сейчас закат солнца. Вот эти цветы мы снимали сегодня, они были распустившиеся. Сейчас они уже закрылись. Но вот один все еще распустившийся. Люди ходят, гуляют. А здесь в ресторанчике сделана мозаика. Очень красиво сделано из камешков. И пол у них, кстати, в этом ресторане. Пол просто замечательный, из натурального камня. Все это сделано очень красиво. На каждом шагу здесь выжималки сока из фруктов. Цветы, цветы, цветы. Очень красиво. Да, уже черепичные цветы, ковры. Ковры. Узбекская вышивка. Может, здесь есть узбекский халат? Банди? Не знаю. Без финиш. No body buys. No body buys? Вот здесь розы уже цветут вовсю. Там вот эта крыша интересная. Там этот минарет трампетный, да? Люди гуляют. Полно людей на улице. А, это вот этот интересный музыкальный инструмент, который мы уже записывали где-то в Испании, да? Так, вот здесь памятник кому-то. Вот еще раз я снимаю этот флют от минарет. Это значит флют, это флейта. Флют. Ну да. Флейтообразный минарет. Вот он
там рядом с ним крыши такие круглые. И тут вокруг тоже красивые черепичные крыши старого города. Интересная скульптурная композиция из дерева и из настоящих рогов, похоже. А глаза у этих козлов сделаны из сучков. Кусочки дерева с сучками, с настоящими. Дырки от сучков. Какая красота. Как оригинально. Мне нравится эта композиция. Пока они дерутся, он видишь, самка там стоит, смотрит на них. А, да. Вот самцы дерутся, а там стоит самка, смотрит на них. На перекрестке стою я в городе Анталия. Вон там видно вдалеке горы. И тут видно цветы. Пальмы. Тут торговый центр, который здесь миллион. Там тоже торговые улицы. Одна беленькая, другая черненькая лошадка. Наконец-то на последний день нашего путешествия, предпоследний, но последний в Анталии, мы добрались до моря. Так Владик опять накидает камешек и пробует водичку. Давай пробуй, я тоже купальник одела. Вот Турция показала себя во всей красе тем, что раздевалки были с оторванными дверками. Пришлось подчистить. На виду всего честного народа раздеваться. Холодная вода? Я не смогу, да? Вот Вадик говорит, что вода холодная. И действительно, купаются единицы. Вот одна единица, вторая единица, третья. Не 19? Белое море? Ой, я на Белом море не хочу купаться. А мы прочитали, что 19 градусов вода. В апреле в Анталии. Там вот горы. 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 Красивые. Горы с белоснежными вершинами и пальмы. Вот такой вот пляж. Вот из таких вот камешек. Одни камешки крупные вот такие. И потом через два идет мелких камешек все округлые. Ой, я проворонила как водик. Нормально. Но я сразу раздумала плавать, когда слышала, что температура воды очень низкая. Почти как на Белом море. На Белом море было плюс 4. Неужели и в Анталии тоже плюс 4? В апреле. Ну, наверное, плюс 14 все-таки. Ой, а водичка красивая. Красивая, как в Греции. И дно такое приятное, по нему ходить приятно, по этим камешкам округлым. Ну давай, рассказывай. Ну что рассказывать? Стоит мне туда лезть или нет? Не 19, говорят, не Красное море. Да? Это скорее Белое море. Я бы сказал, а где Денис? Только наше русское Белое море, а не турецкое.
Но у них тоже Белое море есть. А это море и называется Белое. А где низ? А это же Средиземное. Это по-нашему. А-а-а. Они называют его Белое море. Нет, я в Анталии. Анталия.